Играя против опытного игрока, 18 ранг, если между сопротивлением 16 и 17 особо разницы нет, кроме разведки, то 18 ранг он значительно мощнее по характеристикам Ягуара. Тут я на самом деле неплохо собираю контейнеры. Нет, все-таки отдал. Ну ладно, отдал. Сейчас будем здесь вот забирать. Я не забрал на половине карты у противника, но в принципе неплохо собрал свои контейнеры. Дается мне здесь забрать, здесь. И в принципе мне повезло тем, что контейнер заспамился вот здесь. Заспаунился. И идем разведывать противника. Развивается он чуть побыстрее меня. Ну, блин, экономика больше начальных ресурсов, и может быть он чуть-чуть лучше разведан, может быть. Но тут уже лучше разведка, это говорит о том, что я плохо разведаю. Так, кручусь, верчусь, выхожу в авиацию, ягуар. Ну так, чтобы меня не зарашили, и ягуары плюс дикие, мне нужно все-таки немного кричать. Ну и понимаю, что там особо ничего нет, думаю, ладно, построю-ка я армию. Тут стрекоза будет мне мешать. У меня диких мало. Одна штучка, к сожалению. Ну, неудачно, конечно. Но есть кречет. Должен спугнуть. То есть за счет кречета урон мне не нанесет противник. Ну, он, в принципе, ушел. Две ПВшки. Смотрим, что у оппонента. Два кречета. Пока что база пустая. Но тоже я вижу выход в дальнейшем. Два завода Егора, Хамелеон. Ну, все по фэншую. У меня пока что один завод. Я потратился на ПВшки. Экономика у нас плюс-минус одинаковая. Плюс-минус. То есть все будет зависеть от того, сколько ты ресурсов теряешь или тратишь. Плюс-минус мы одинаковые. Я еще забираю контейнеры, то есть мне повезло. По развитию я должен противника опережать. Посмотрим, что у него. Так, стрекозы здесь нет, он забрал ее. Надо посмотреть, что у противника, но я понимаю, что кречет это смертник, поэтому... Так, появляются кречеты здесь. Нет, я решил отступить. Зря, надо было посмотреть, что там. И появляется Ягахам. У меня тут хамелеон одна штучка. Строю казармы. Хочется сказать, что за счет того, что противник 18 ранга, он чувствует себя уверенно. И все, что на самом деле нужно, это сопротивление, это уверенность. Начинаю настреливать, но забываю переключить буст, и как бы, ну, эффекта ноль. Ну ладно, противник напал, отступил, уже неплохо. То есть, я ничего не потерял, противник тоже ничего не потерял. Ну и ладно. Сейчас заберу здесь койотик, наверное. Нет, не забрал его. Вижу здесь хамелеон. Кречетов у меня на самом деле очень мало. И тут прилетают два тора. Оба. Забирает мне хамелеон противник. Не уверен, что это хорошая мысль. Но с учетом того, что тор не упал, ну как бы окей. Мог бы и кречет ударить. Так, снова здесь контейнер. Попробуем его взять. Появляется противник. У меня хамов две штучки. Но этого на самом деле достаточно. Но урон, конечно, у меня слабенький. Переключаюсь на голд атаку. Позиция у меня хорошая. Дальность выстрела ягуара у нас одинаковая. Начинаю стрелять в одну точку. Мне казалось, что там юнитов мало, но на самом деле нифига. Давай, пробей его. Вынужден отступить. Юнитов у меня не так много. И пролетает альбатрос. Бомбит мне какое-то здание. Очень неудачно. Ну и я отступаю. Тоже пробомбил, но уже поздно. Ударил по туману. Ну и сейчас я попробую напасть на противника. Нет, отступает все-таки. ПВшек не хватает. Может быть, будь это ПВшка 18 ранга, было бы повеселее. Так. Непонятно, куда пробомбили 4 альбатроса. Ну, 6 альбов. Как бы хреново. Я теряю, а противник не теряет. Мне нужно выйти побольше в авиации, но пока что я не могу себе этого позволить. Ну, по крайней мере, ресурсов у меня побольше. Я понимаю, что сейчас надо идти атаковать. У меня много наземки. И я добавил себе кучу ПВО, как вы видите. 5 штук, 6 ПВОшек. И мне надо срочно идти в контрнаступление.
подождать, пока он пробомбит. Вот сейчас он пробомбил. ПВОшек много. Да, минус, к сожалению, Альбатрос с моей стороны. И, пожалуй, сейчас я в плюсе, и мне надо срочно контрнаступление идти. Просто закатываюсь, но урона не хватает. У меня 81 КО. Я долблю по этим ягуарам, но урон, конечно, никакущий. Я долблю, 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 долблю. Ну, блин, реально очень маленький урон. 62 КО, мне кажется, что будь у меня здесь 18 ранг, я бы просто задавил бы противника своей плотностью. Но, к сожалению, ранг пролетает кречет. Понимаю, что сейчас может бомбануть Альба. Смотрим, что у противника. Пытаюсь забрать вот этот хамелеон с последних сил, так сказать. Но не получается. Единственное, что у меня здесь один авиазавод. Торы пробомбили. Отлично. Торы пробомбили, они чуть-чуть продамажены. И мне надо идти в контрнаступление. Понимаю, что либо сейчас, либо потом уже будет поздно. Но противник снова подходит. Так, я вижу здесь оппонента. У него позиция не самая лучшая. Мне надо снова идти в атаку. 109 КО. Пролетает Тор. Не попадает. Под воздухом он. Я снова настреливаю. Единственная здесь ошибка, то, что я не переключил буст. И не стреляю вот сюда. Я слишком далеко нахожусь. Надо было все-таки подойти и пострелять немного. Ну ладно. Не получилось, и как бы окей. Зато ящик не забрал. Нет у меня авиации, я решил выйти в следующего масштаба. Ну, блин, много ЭХГХАМа. В принципе, с учетом того, что противник сильнее, мне надо его массой давить. Снова пытаюсь забрать хам. Не получается. Кречетов очень мало. Зря я, конечно, летаю, надо подкопить штук 5. Пролетает... Альбатрос, к счастью, я был в воздухе. Забираю одну штучку, надо отступить. Вижу, что Ягахама там, ну, примерно как у меня. Четвертый уровень штаба, по-моему. У меня пятый, ну, может быть, и нет, не знаю. Ну и закатываюсь. Забираю здесь завод. Я примерно на этом моменте понял, что мне надо бить завод, а не Ягахам. То есть я чувствую, что я лучше контролирую свою армию, чем противник. Но у него есть преимущество в ранге. То есть, ну, бесконечно биться я против него не могу. Хотя мне, думаю, что, наверное, сейчас надо было бы перегруппироваться и ударить его. Вот тем более я забрал один крит, один, не знаю, ягуар или туман. В развороте немного не хватает урона. Ну, чуть-чуть, блин, не хватает урона. Ладно, но жалко на самом деле. Снова попробую пойти вперед, но тут появляется еще раз 7 альбов и ломают мне завод хама. Очень неприятно. Я просто в шоке. Мы оба тратим много ресурсов на ПВО, и его альбатросы вообще не падают. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, у меня ПВОшки слабые, может быть, диких надо штук 10 построить. Но урона не хватает. Починка. Но тут ресурс я, конечно, отдам, мне нечем его забирать. Армия находится вот здесь. И я понимаю, что раз армия находится далеко, надо идти в наступление. Позиция у меня не самая лучшая. Я пробомбил вот здесь армию противника. Ну и понимаю, что сейчас надо бы, наверное, отступить. Ударил. Стреляю, конечно. Надо, наверное, отступить. Туманы разряжаются. Ягуаров здесь на самом деле много. У меня туман почти разрядился. Да, вот он разрядился, я отступаю. Но, к сожалению, у меня нету... Вот здесь я сделал ошибку. Мне надо было продолжить давить. Все-таки есть один завод хама. Фул КО. Ну, блин. Я пытаюсь строить армию, но не получается. При этом у меня нереально мощные... здание, то есть, ну, я не знаю, прокачан ли здесь Альбатрос или нет, но за счет карточек умений, за счет года воздуха я держу удар, ломаю аэродром, там, наверное, не был включен год воздух. У меня пятый штаб, здесь четвертый.
Надо было бы, конечно, и сюда как-то бомбануть, но не получается, ребята. К сожалению. Дикий приходит. Ну и на этом моменте я начну плыть. У меня просто не будет ягуарчиков. Появляется Эгохан. И тут в этом сражении я проиграю. Потеряю много юнитов. У меня ягуары находятся далеко, я не наношу урон. Я решил, что там мало юнитов осталось. И просто иду на пролом. Но по какой-то причине я как будто вообще не наношу урон этим ягуарам. Ну, блин, не знаю, с чем это связано. И тут мне пробомбили завод, к сожалению. Смотрите, сколько здесь ягуаров. Я не могу понять, почему я не могу их просто задавить. Ну, я как бы преследую их, да, а толку никакого урона, его нет. Не знаю, может быть, это связано с новым балансом. Я вроде бы смотрел, как играют другие сопротивленцы на более высоких рангах. Но там все падает. У меня, к сожалению, не получается. Хотя карточки у меня хорошие. Как бы урон там 10%. Это вроде бы должно компенсировать ранг. Но карточки не могут дать столько брони, как дает ранг в этом балансе. Пролетаю кречетом. Попробую я забрать этот контейнер. Может быть, получится. Снова взлетают альбатросы. Они летят по таким углом, что ну, перехватить их реально сложно. Пытаюсь что-то сделать, нанести урон. Не сношу альбатрос. И на этом моменте я уже поплыл. У меня заводов нет. Два завода у меня есть. Я строю альбатрос. Надо было сейчас взять эти три альба и бомбануть что-нибудь. Но что-то я медлю. Так. Пробомбит у меня завод ягов. Да, вот теперь четыре завода почему-то четыре альба забирают. Может быть, он забыл буст включить или еще что. Почти забираю вот эти альбатросы. Очень обидно, на самом деле. Почти забираю, там 4 коцаных были. И тут у меня КО в Ягахаме вообще его нет. И сейчас я очень много юнитов потеряю. Я просто не могу отбиться. Рубаю буст производства. У меня позиция хорошая. Надо было бы бомбануть альбами. Мимо. А, у меня просто топлива нет. Видимо, поэтому. У меня 100 КО, Ягахамы нет. Много кречетов, они довольно-таки бесполезны. Еще один завод ставлю спереди, ну где его еще ставить? Смотрим, что у противника. Ну, ферма уже там достаточно хорошая. Пытаюсь что-то пробомбить. Пробомбил, по-моему, Ягахам. Немного, надо было сюда бы еще бомбануть. Взлетают 5 кречетов. Ой, не туда полетели. Ну, пытаюсь, конечно, держать удар. И вроде бы получается, а вроде бы чуть-чуть не хватает. Я прямо чувствую, что управление у противника, ну, Ягахама я не видел. Только торы, альбатросы. Починился. Снова нет Ягахама. Пробомбил что-то, не почему-то ПВОш решил бомбить. Ну, блин, как бы не использовать туман. Ну, и тут, видите, у меня Ягахама нет уже, в принципе. На этом моменте можно понять, что я проиграл. Не знаю, мне кажется, что надо что-то менять в игре. Ну, во-первых, карта маленькая, сразу понятно, что кречетами я не полетаю. Понятно, что альбатросы тяжело мне будет отбивать. Ну, не знаю. То ли урона не хватает, то ли ранга не хватает. Ну, видите, мои яги как-то побыстрее падают. Даже с учетом того, что они не в раскладке. Блин, ну какие тупые кречеты. Ладно. В общем, заводов нет, меня побивают, и на этом, в принципе, ГГ. Ладно, надеюсь, вам бой понравился. Повторюсь, это видео о том, что что-то в этом балансе не так. Зачастую ты просто сидишь на базе, тебе не надо выходить с нее, ты просто строишь бомбардировщики и за счет них тащишь. Ну, по-моему, это не совсем правильно.